Всем большой привет! Наконец-то дошли руки показать вам майн-кликер ВКонтакте. Что здесь нужно делать? Добывать алмазики. Собственно, один удар, нажимаете на зеленую первую большую кнопку длинную «Добывать алмазы» и собираете по одному алмазу. Ну, можно, конечно, так долго кликать, а можно сделать хитрее. Можно, например, как сделала я решила улучшить свою кирку, которой добываем алмазы. Видите, можно на один удар за 5 рублей, на 10 за 50 рублей, или за 250 рублей на 50 алмазов. Ну, а потом уже там на 1000 можно. Ну, 1000 для меня, например, это большая сумма для любого бота. Предел это 500, и то я вхожу только в проверенные боты, где знаю админов. Здесь с админом я знакома, мы уже не раз переписывались, и он сказал, что бот обещает жить, ну, еще месяц. Месяц как минимум, в смысле, может быть и больше, посмотрим. Но я уже сегодня сделала первый вывод, сейчас все расскажу и покажу. Ну, я сюда привязываю СБП, систему быстрых платежей, и мне, кстати, на карту Сбербанка уже капнула первая денежка. Ну, давайте тоже по порядку, уже хочется, конечно, вам показать. В общем, сколько же я сюда ввела, интересно, да? Интересно? Ну, сейчас будем с вами рассматривать. Что я хочу сказать, что здесь... Есть реферальная система, за каждого человека вы 70 копеек получаете или 7000 алмазиков, что, в общем-то, достаточно неплохо. За приглашенного каждого есть бонусы, есть шахта. Если вы хотите, вы можете нанять шахтера за 150 хотя бы, например, рублей, который будет в час добывать 120 алмазов. Я прикинула, мне этого очень мало. Мне это невыгодно, поэтому я здесь не буду покупать шахтера, я буду лучше кликать, добывать алмазики сама. Но здесь плюс в том, что здесь, видите, нет предела. Он себе собирает и все, а когда вы кликаете 500 штук накликали, нужно собрать энергию. Ну, хотя бы не 100, как, например, в другом боте, в котором я тоже. Здесь поудобнее в этом плане. И один удар это один алмаз, а не 0,5 алмазов, как ну, в другом боте. Ну, не будем. Я уже делала на него обзор, в нем тоже сижу, добываю, и теперь еще в майн-кликере. Ну, как всегда, мне интересно топов посмотреть, особенно по доходу, по кликам всяким. Интересная такая фишка, не знаю, я всегда люблю смотреть. Но что здесь нам нужно знать еще? Здесь можно добывать всякие бонусы за репост, видите, 50 копеек, за лайки 25. Вы зайдете, посмотрите... Кликаем на это сообщество за подписку. Вон сразу награда за подписку начислена. Отлично, сразу оповещение, что очень приятно. Я лайки понаставила, за них тоже платят. И это, в общем-то, интересно все. Но двигаемся с вами дальше. Помимо этого, видите, сразу в личном кабинете 250-250. Помимо этого, вы можете зайти еще в фармпост. Я посмотрела, что это. Если вы напишете промокод или код руда, то вам тоже начислят. Ну что ж, я по одному долго кликать не собираюсь, я решила пополнить. Здесь достаточно легко пополняется, здесь разные есть способы как пополнения, так и вывода. Прежде чем вводить деньги, подумайте. Это, во-первых. Во-вторых, я не призываю вас пополняться. Мы с админом общались, что некоторые здесь и бесплатно кликают, и ничего, нормально. Дело каждого. Я, как видите, вы, наверное, заметили, да, уже пополнилась, и мне начислили мои бриллиантики, алмазики, точнее алмазы. Бриллиант – это обработанный алмаз, а добывают алмазы. Ну, так вот, я купила сначала 50, и тут же еще 50. Один у меня был алмаз, поэтому теперь я добываю 101 алмаз за один удар. Вот, видите, сколько можно вариантов для вывода денег, юмани, через СБП. В общем, все очень интересно, удобно. Я вывела уже себе деньги. Первый вывод я себе заказала, уже пришло на карту Сбер, сейчас покажу. И пока я монтирую, озвучиваю это видео, я накликала еще 20 рублей. Вот, заходим в группу, здесь, кстати, чья-то реклама, никогда не ведитесь, не переходите по ссылкам, потому что неизвестные люди оставляют ссылки, неужели кто-то верит и переходит по ссылкам, вкладывает деньги? Нет, я в это не верю. Ну и вот, перечислены деньги, и даже
Что мне лично очень-очень удобно, что здесь есть сообщение от кликера, что это выплата с MineClicker. Это очень удобно, не знаю, как вам, потому что те, кто состоят в моей группе в Telegram, кстати, там тоже есть, находятся люди, которые сидят, молчат, молчат, потом хоп, ложатся все спать, например, а там кто-то хоп и свою реферальную ссылку кидает. Но админы бдят, не спят и удаляют быстро. Так вот, уже несколько раз я писала в свою группу, что пришло там 60 рублей, 70 рублей, а откуда, я не помню. Вот такой был обзор бота. Я в него вложила, как вы уже могли посмотреть или почитали, 500 рублей. И первые 30 рублей я сегодня уже накопила. Но у меня на этом все. Всем спасибо, всем пока.